Это режиссер театра МГУ с композицией из поэмы Анатолия Ветрова «Квадрат». Спасибо большое. Добрый вечер. Я знаю, что Анатолий Ветров очень хотел бы видеть свои драматические поэмы, особенно драматические диалоги на сцене, в частности, в нашем студенческом театре. К сожалению, наша творческая встреча не состоялась, и мне бы хотелось сейчас восполнить этот пробел. Монолог Анны Ахматова из драматической поэмы «Квадрат». Я 22 над ней трудилась года. Поэму без героя видит Бог. Продиктовал мне тайный дух, свобода, смысл вещи истин. Слух уверен слог. Как Дантов ад, котел земного ада двух войн, дымя клубил передо мной. Голодный Петроград и Ленинграда блокада, весь горящий шар земной. Устали, сгрудившись у ада, черти варить в красно-коричневом котле весь мир. Я в двух шагах была от смерти и чудом уцелела на земле. И вот стою перед тобой, седая, одной ногой уже в могиле, там, читатель, друг, открыты двери рая поэзии. Войди в священный храм. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Видите, кто только не собирается здесь на нашем фестивале. Вот люди уже второй раз приходят, говорят, нам у вас очень нравится. И вот спасибо вам, что вы нас нашли и что вы принимаете участие. Ирина Лаптева награждается за вклад в пятый фестиваль. Спасибо. А сейчас...